как я сказал, это колобашка, ее размер 60×5, так называем эталонная яма. Если колобашка получается в яму, значит, яма является ненормативной. В проекте ОНФ «Карта убитых дорог» участие может принять каждый. Для этого на сайте проекта нужно указать дорогу, которая требует ремонта. Чем больше людей отметят участок дороги, тем лучше. Сейчас на карте Петрозаводска отмечено более 60 участков дорог, и перекресток Герцена и Ленина – один из набравших больше всего замечаний. Длина ямы – больше 5 метров, и Герцена и Ленина стоят на гарантии. Но заставить дорожников заделать эту яму мэрия не может. Участок дороги гарантийный, но после того, как дорога была сдана, здесь проводились несанкционированные земляные работы, после которых не было должным образом установлено дорожное полотно. В полицию обращение подсылают по незаконному разрешению. А есть какая-то статистика? Реакция есть, как правило, возвращается, что не удалось установить вину. Аналогичная ситуация и с этой ямой. Кто-то раскопал участок больше 2 лет назад, заделал наспех тонким слоем асфальта, а кто – неизвестно. Мы проверяем самые острые моменты и смотрим, как власти реагируют на эти моменты, потому что мы с ними встречаемся и узнаем их планы. За такую работу региональные власти ОНФ благодарны. Мы идем в тесном тандеме, получаем от них соответствующую информацию при распределении средств, да, на дороге, поскольку региональная сеть, ну, не мне рассказывать, да, все знают о том, что она сейчас большая часть ненормативного состояния находится, дефицит дорожного фонда, дефицит бюджета глобальный, поэтому привести ее одномоментно невозможно. Соответственно, при распределении госкомитетом средств на определенные участки региональной сети будем основные акценты делать, конечно, в том числе вот на те рейтинги по опросам жителей, по работе их с главами муниципальных образований. Этот участок Карельского проспекта стал лидером народного антирейтинга. Ямы здесь такие, что в часы пик тут скапливается большая пробка. Водители теряют не только время, но и запчасти машин. Именно яма состояла 16 сантиметров. Очевидно, ее как-то заделали здесь много разных слоев. Вот за ними даже часть бордюрного камня, как он сюда попал, я лично не знаю. Да, здесь уже имеются детали машин. Яма никак не обозначена. Для нас вот этот весь спектр работ, контроль со стороны фронта, да, контроль со стороны комитета, для нас это здорово, будем усиливаться, потому что, ну, очень много сейчас, вот я сам и поездил, и посмотрел, очень много обращений и граждан на имя главы, и в комитет о том, что, ну, дорожная сеть просто в отвратительном состоянии находится, и в том числе даже не потому, что не хватает финансирования, а даже те средства, которые выделяются, они исполняются неправильно. Чтобы повышать эффективность расходования денег, в комитете даже разработали типовой проект контракта на ремонт дорог. В нем установлены более жесткие требования к отбору подрядчиков, а самим победителям придется согласовывать с заказчиком привлечение работников на субподряд.